подозрел, потому что такие решения очень крупные, серьезные, масштабные, которые разрабатывает Росатом, мне кажется, имеет вообще возможность применять в целом строительные отрасли Российской Федерации. Как вы считаете, можно ли масштабировать и поделиться этим решением для того, чтобы, допустим, Минстрой использовал свои практики тоже? Да, спасибо. Ну, на самом деле, мне придется чуть-чуть углубиться, наверное, в технологию, потому что вот решение, уже конечное предложение, они часто все-таки очень сильно привязаны к нашим бизнес-процессам. И теоретически можно применить, а практически любой энтерпрайз имеет какие-то свои особенности, свои нюансы в бизнес-процессе, поэтому все равно приходится эти все решения тюнить. Но под всеми этими непосредственными продуктами, цифровыми, лежит как раз-таки платформа MultiD, технологическая платформа MultiD, где уже на сервисном слое, на бизнес-слое зашиты такие алгоритмы легкого конструирования вот тех самых бизнес-процессов. Поэтому я думаю, что платформа, безусловно, да, и Росатом даже вот в этом году, вот это прошлый год, сделал такой шаг, что мы выделили прям специально, отдельно платформу, и с Минстроем активно сейчас работаем над тем, чтобы эта платформа действительно стала приносить пользу и другим отраслям тоже. Я не знала, но, собственно говоря, вот это из-за того, что коробочные решения, коробочные версии, в принципе, можно и масштабировать на другие области в том числе. Коллеги, спасибо вам большое. Спасибо за ваш опыт.